Всем привет! Сегодня 22 сентября 2020 года, и я сегодня нахожусь в городе Тула. Так получилось, что после Иркутска я ненадолго вернулась в Питер, и вот сейчас я уже в Туле. И сейчас у меня будет для всех подписчиков Ирины небольшой сюрприз. Я приехала в гости к одной замечательной девушке. Сейчас, конечно, будем пить чай. Всё, тортик. А вот и мой сюрприз. Это Марина. Ее все помнят, я думаю, многие про нее писали в комментариях, но я сейчас просто покажу, а потом мы зайдем и поболтаем. Всем привет, вот мы в гостях. Марина сделала мне красоту. Еще не до конца. Да, и вот у меня такие бегуди, Марина, это красиво. И да, красиво. Красиво меня, да. Здесь Руми, наверное, за очень долгое время накрасилась, и Мариша меня накрасила. Вот, мы покушали. Вот. Марина встретила просто на ура. Я знаю, что вы ее любите, вот я решила показать. Сейчас мы сядем с Мариной, да, поболтаем. Давай поболтаем. Вот, мы тут, значит, у Мариши тоже. Посмотрите, сколько всего. Это вот дочка ее, Алина. Алиночка. Алинка, привет. Да, Алина, привет. Ты будешь в шоке. Это Даша. Вот. Это Алинкины записочки в детстве на мне. В Индию, да. Желаю счастья, здоровья, съездить в Индию и любви. Желаю долго-долго любви. Желаю долго. Твоя кисуля. Да. Ну, это маленькая, совсем маленькая была. Это ваша дочка. Это мелочь. Такая прелесть. Посмотрите. А еще вот тут есть такая штучка. С вами везде. Это шила. Вот тут тоже. Смотрите, Марина чем занимается? Это инкрустация. Да, Марина делает. Кристаллами Сваровски. Сейчас плохо видно. Красота. Ну вот они вечером это будет все блестеть. Но я могу потом выложить. Ага. Можно добавить пучка. Да, шива. Даже Марлин Монро. Вот. А мы тут, значит, кушаем. И мне Марина, я уже сказала, или не сказала, вот сделала такую на день рождения у меня кружечку. Смотрите, она сама все это сделала своими ручками. Это такие кристаллики, да, с большой любовью. Так что я увезу это в Петербург и буду там пить чай. Благословенная кружечка, благословенная напиточка. Потому что, когда с любовью что-то делаешь, она всегда благословлена. А Марина у нас вот. Посмотрите, какая красивая. Я ее видела только на видео. Я думала, что она в жизни другая, потому что мы все на видосах одни, а в жизни другие, а Марины нет. А знаете, что я первое, что бросилось в глаза, когда я пришла? Это от тебя был безумно вкусный запах. Очень вкусные духи, а когда мы с Мариной поднялись к ней в квартиру, у тебя прям запах Индии. Ну, это горбачи, я постоянно их жгу. А еще, так, вот я про тебя вспомнила, у Мариши есть вот такая прелесть. Васенька, Вася, Вася, Вася. Посмотрите. Васюлечка, ты моя красавица. Ну, разве не красавица? Ясноглазые мои, да. Смотри, она сниматься любит. Ну, вот, да. А есть еще вторая. Я называю пушистый пуфик. Она пухленькая, очень красивая и скромная. А Вася такая модель. Просто банда вонючий ветер. Все, побежала. Видите, она бегает хвост вверх. Это удивительно. Вот, а еще Марина меня очень, конечно, вкусно накормила. Вкусно накормила и хочет показать мне десерт. Да. Мы сейчас будем смотреть. Я на самом деле уже облопалась всего, чего. Марина очень гостеприимно меня встретила. Я счастлива, на самом деле очень много. Ой, что это? Это меринговый рулет. С чем-то, с какими-то ягодками, да? Это такая субстанция необыкновенная. Это надо пробовать, конечно. Ох. Сейчас опять нам скажут, что плохой звук, плохой цвет, камера, мотор. Извините заранее. Да. Кто хочет, тот услышит. На самом деле, это здорово. Мы сейчас с Мариной сидим и разговариваем, насколько удивительно. Мы были знакомы заочно, но никогда в жизни не виделись. Вот, и сейчас мы уже сестры. Да. Вот это удивительно. Это моя Чхоти. Чхоти, а ты моя дедечка. Вы представляете, да, какая прелесть? Ну, это же просто. Вот, пушистый пуфик. Мощный пуфик сегодня. Она просто, знаете, сзади такая, как вот, такая квадратная пушистость. Да, Васенька, да, тебе тоже меринговый рулет. Обжорки две мои. Давайте будем пробовать. Я не знаю, Ирина умеет так снимать, я так не умею снимать. Так что заранее простите, она одновременно снимает. Это очень вкусно. Это очень Давайте вкусно. Попробуем. Давайте попробуем.
Так. С клубникой. Я же говорила. Ой, вкусно, Мариш. Я рада, я рада. Сейчас это мое любимое сейчас лакомство. Ну, очень сладкое, очень вкусно. Я очень люблю сладкое. И без, причем без грамма этого самого муки. Тут все такое легкое. Я это люблю. Нет муки. Тогда это еще такая лучше. Субстанция вся. Воздушная, легкая, кремовая. Класс, вкусно. Я люблю с ягодками все. Вот, посмотрите, у Мариши есть браслет. Катя. Да, Катюня, буддист какая. Катюня, привет, спасибо тебе. Вот звеню и радуюсь. Вот и мы все снимаем. Ну, это самое. А еще мы с Мариной решили, что как только открывают границы, мы вместе едем в Индию. Поедем в ашрам. Ура! Да, там все, встретимся. А еще мы поговорили, что тебе было бы здорово познакомиться вживую с Мией. Да, она мне очень нравится. У меня вообще волшебная. Феечка. Угу. Так ты тоже феечка. Серьезно? Да. Нет, я не буду спорить. Махаранечка. Махаранечка. Вот нам еще нашу дружную компанию Марину из Ейска. Кстати, привет, Мариш. И все. И будет просто счастье. Осталось только открыть границы. Откроют. Не знаю, когда-то откроют. Ну вот смотрите, какую Марина мне навела красоту. Смотрите, я такой, по-моему, не точно говорю, даже я. Да, смотри, гламурно. Глаза накрасили мне. Ну, Маринка всегда красивая, это. Прекрасная у тебя шумочка. Причёсочка. Это легкий макияж. И такая легкая кладочка. Вот понимаете, как сошлось? Я вот люблю по баночкам, а ты любишь по косметике. А я просто люблю кремушки всякие. Я все люблю. Вот, в общем, представляете, какая красота. Мы посидели, поболтали, и вот Марина мне так. А у меня сейчас как раз рабочая встреча, я пойду такой красотой. Там, конечно, все обалдеют. И то мне такое еще не видно.